В округе идет борьба с несанкционированными торговыми объектами. Во время плановых проверок особое внимание уделяют вылетным магистралям. Зачастую самовольные постройки появляются вдоль дорог, и их расположение нарушает требования безопасности. О судьбе одного из таких объектов расскажет Луиза Егезарян. Этот цветочный магазин на Гаршина 5/1 относится к объектам капитального строительства. Однако разрешение на его возведение никто не давал. Вопреки этому торговая точка работала с 2019 года. В течение последних 2 лет с ее владельцем шли судебные разбирательства. В итоге павильон сносят в принудительном порядке. Отсутствие разрешения на строительство не единственное нарушение. Рядом с павильоном нет парковочного пространства и остановки. А расстояние между ним и дорожным полотном меньше 5 метров. Мероприятия по демонтажу объектов проводятся на постоянной основе. В ежедневном режиме мы проводим мониторинг территории, выявляем объекты. Объекты нестационарной торговли, объекты капитального строительства. Объекты капитального строительства подлежат сносу в судебном порядке. Объекты нестационарной торговли подлежат сносу в принудительном порядке по предписаниям администрации, если собственник самостоятельно не осуществил демонтаж данных объектов. Чтобы не потерять свой бизнес, перед открытием торговой точки необходимо получить все разрешительные документы. С начала этого года на территории городского округа Люберцы решением суда снесено 20 незаконных объектов. Еще столько же демонтируют до конца года. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.